Ура! Окей. Все-таки стоит там ждать воссоединения у вас с Леной или нет? Я могу так ответить, что я не держу зла на Лену вообще, что, ты знаешь, конфликт, он может быть в любом случае у каждого из нас в этой жизни, мы все ругаемся, мы с Леной неоднократно в жизни ругались, когда мы даже были в тату, да? Мне кажется, что все решаемо, вопрос желания. У меня не было протеста не работать с Леной, это не моя идея, и вы здоровности желания живем. Захочет, ты согласишься? Мы поговорим. Вот, как бы я открыта к предложениям. Да. Вот. И не могла ли вот Пугачева или кто-то другой вас Лена просто поссорить и поставить? Не, послушайте, дело в том, что я не реагирую вообще ни на кого никогда и не поругаюсь ни за кого-то с кем-то мне близким человеком. Нет смысла просто, как бы, если есть конфликт, как бы он есть, он произошел, он был, но просто мне кажется, в любом случае очень важна адекватность. Всегда. Вот, как бы, и больше ничего не могу сказать. Просто сложно поверить, что вы с Леной могли так вот поссориться сами себе. Мне тоже сложно в это поверить. Я думаю, что все-таки кто-то что Лена так могла со мной поссориться. Понимаешь, сколько денег тратится, чтобы выдвинуть какой-то новый проект, да? Тату – это такой бренд, что вы внесете одну ногу в дверь, да, и вас туда втащат, вас да весь мир ждет, любит до сих пор. Да тут дело не денег, а не то, что кто куда. Нет, это все понятно. Один громкий хит, все, вы там же, где и были. Просто хочется работать в гармонии, понимаешь? Это естественно. Хочется работать в понимании, в гармонии, какой-то, когда есть диссонанс, или... вот знаешь, я открыта. То есть я открыта вообще, я готова к любым каким-то экспериментам, и у Лены есть какой-то страх, видно ее как бы определенное недоверие, и с этим очень сложно, переубеждать все время сложно. И у нее все время меняются люди, кто с ней работает. Уже третий менеджер за последние там несколько лет, у меня он один. Мне сложно, как бы, понимаешь, каждый раз вот она с кем-то она боится. Мне кажется, мы должны просто сесть с ней вдвоем и договориться о чем-то. Я не против. Я открыта. На самом деле свое отношение, истинно, ты. Детей. У меня собаки. Собак. Блин, я хочу ее найти. Сейчас я вам найду, я клянусь, сейчас я вам ее покажу. Я клянусь сейчас. Ну это же такая была жесть. Ну это же надо было такое вообще, кто-то же это сделал. Сейчас, секунду, блин, даже знаете. Сейчас я даже скажу, кто это сделал. Сейчас сразу скажу, кто это сделал. Надо посмотреть, а ну. Ребята, это вопрос о старости. Это жесть, это правда. Нет. Шер Мадонна. Ну, то есть, вот, как бы, вот, ну, такой я не буду, нет? Нет. Я думаю, что я сделаю себе 1000 пластических операций. Правильно. Нет, я ничего сейчас не делаю, ничего, не, как бы, то есть, ну, стараюсь, как бы, уже не трогать себя, не трогать свою внешность. То есть, не надо ничего? Надо немножко остановиться, да, с экспериментами поставленными. А какие вообще планы ближайшие?